Добрый день моим подписчикам. 8 октября, сегодня первую ночь мы топили свои печи. Тут тепленько, хорошо. Но снимаю все это быстренько, потому что привезли пилеты, сейчас будем грузить. Снимаю из-за того, что пообещала показать вентилятор. Ой, ну что тут, ничего не понятно. Вентилятор, осевой бокс, вот такие номера. И что здесь еще сбоку что-то написано? Вот такой. Вот чисто показать этот вентилятор. А так, новостей больше нет. Рвали огурцы. Цена с трудом поднялась до 43 рублей. А, что ж я не сказала, у нас был заморозок. Приехали мы на свой участок. На улице градусник замерзший. И на нем минус 3. В неотапливаемом ангаре было плюс 4. В общем, все пока живы-здоровы. Как уж дальше у них здоровье будет. Но пока все нормально. Вот так. Зашли утром тепленько, хорошо. Ну, уже открыли окна, проветриваем. Всего доброго!